Дмитрий Гудков, спасибо Привет, большое. я вылез из-под стола. Привет, Дмитрий. Да. Да, вообще меня как-то выманили к 8:30, заперли в комнате и заставили танцевать тверк. Сказали, что я должен выйти и что-то изобразить. Ну пусть будет тверк политическим. Конечно, пусть будет политическим тверк. Большое спасибо, что еще раз пришел, что дошел. Мы тебя периодически обсуждаем в наших эфирах. Я слышу. И в воскресенье тоже обсуждали тебя. Дмитрий, расскажи, пожалуйста, что ты думаешь вообще у нас о ситуации в стране, там, не знаю, в городе, какие-то такие вещи, которые ты хотел бы сказать? Ну, мне кажется, что начинает... Может быть, как раз про то, что мы уже сказали сегодня, но... Я бы про другое сказал. Вот то, что произошло 26 марта, говорит о серьезных переменах в сознании, в общественном сознании, потому что и я вижу кампанию Алексея Навального, и то, что происходит, кстати говоря, в Москве, очень многие люди, которые никогда не участвовали в политике, сегодня проявляют небольшой интерес. Поэтому мне кажется, что мы... дождемся скоро каких-то серьезных перемен, я очень надеюсь. Мы в воскресенье провели конгресс кандидатов в муниципальные депутаты, у нас уже зарегистрировалось почти 1000 кандидатов. И я могу сказать, что это люди замечательные, это предприниматели, это журналисты, писатели, даже один Герой России у нас зарегистрировался в качестве кандидата. И я надеюсь, что в сентябре мы порадуем вас успехами в Москве и проведем большое количество независимых кандидатов, независимых депутатов. Кстати, кто в Москве нас смотрит, присоединяйтесь к нам, потому что мы хотим выдвинуть на каждый мандат кандидата. В Москве разыгрывается 1500. Ну, я вообще знаю, что много, много разных кампаний идет. Проблем с местами не будет. Ну, я надеюсь. Ну, да. Нам пишет: вжух, и появился Гудков. Ровно так все это работает. Телепортация. Слушай, я открыла этот сайт ваш, который про как раз про вот это «Стань депутатом», который вы организовываете сейчас. Очень классный сайт сделан. Единственное, я не совсем понимаю, почему здесь только, ну, то есть очень маленькая информация о людях находится, вот только имена представлены. Мне кажется, что очень было классно, если бы люди бы видели, кто в их районе выдвигается, были бы какие-то фамилии. Это будет сейчас скоро, мы сделаем систему, будет фамилия, имена, вы увидите и биографии, и фамилии. И возможность... как можно с ними связаться, чтобы на своем уровне районном с ними можно было контактировать и как-то объединяться. Более того, еще будет возможность даже помочь им финансово. Будет фандрайзинг, будет биография. Мы как раз такую инфраструктуру создаем. Классно. Слушай, но действительно, мне хотелось спросить тебя, что ты думаешь про происходящее? Мы-то с Колей каждый день здесь выступаем и рассказываем, как в стране все плохо, но говорим, что существенные изменения есть. Вот мне хочется послушать какое-то твое настроение о том, действительно ли сейчас, то есть я понимаю, что ты находишься сейчас в России, у тебя был мандат в Государственной Думе, и сейчас тебе его не дают, и поэтому, но ты все равно остаешься в России, никому ты что-то делаешь. Да, никому не дают. Ты сейчас что-то делаешь, продолжаешь работать, и я понимаю, что, значит, ты веришь в положительные изменения в нашей стране? Да, я верю. Более того, мы готовимся к серьезной кампании в Москве, и не только муниципальной, но потом будут выборы мэра. Надеюсь, что вы меня тоже поддержите в этой кампании. Потом будут выборы в Московскую городскую думу, и мне кажется, что в Москве перемены возможны, потому что здесь низкий очень рейтинг «Единой России», при явке 35, «Единая Россия» получила, по-моему, тоже 35%. Вот, соответственно, если нам удастся мобилизовать всех наших сторонников в Москве, то мы сможем и здесь добиться перемен. А перемены в Москве означают изменение вообще ситуации по стране. Потому что на Москву всегда идет равнение, Москва задает тон российской политики, и вообще все перемены в нашем городе начинаются. Так что я верю в эти перемены, и я чувствую, как меняется настроение у людей. Более того, посмотрите, что в Государственной Думе происходит. Четыре партии, они уже просто стали... Слились в экстазе. Это уже Государственная Дума, это такое здание, ну, четыре подъезда, но одно и то же здание. То есть можно в парадный подъезд зайти, можно еще где-то сбоку, куда-то там пройти через списки ЛДПР или «Справедливой России». Но все, мне кажется... Эти партии уже изжили себя, и следующий избирательный цикл даст нам серьезные перемены. Я думаю, что как раз очень многие тренды, которые происходят в других странах, они вполне себе, ну, скажем, жизнеспособны для нашей страны. Вот возьмем даже выборы во Франции. Во второй тур не прошел ни один системный политик. То есть вот эти две партии, центристская правая партия и социалисты, они вообще пролетели. То есть пришли новые люди,
А это говорит о том, что то же самое будет происходить и в других европейских странах, и в России в том числе. Надо готовиться. Слушай, нас сейчас атакуют в комментариях прямой трансляции, пишут все про Биробиджан. Почему вы игнорируете Биробиджан? Там была драка Росгвардии рабочих. Ты видел? Я это, более того, в Твиттере в своем вчера опубликовал. Конечно. Вот, ну что ты думаешь по этой истории? Потому что очень много комментариев, просим прокомментировать. Зачем вы игнорируете эту историю? Мы вчера кратко с Колей о ней тоже говорили. Все мы не игнорируем, центральное телевидение, системная партия. Я об этом написал вчера у себя в социальных сетях. Я думаю, что будут разные протесты социальные, и дальнобойщики будут выходить, и будут, у власти очень много проблем в разных регионах. Поэтому в ближайшее время мы столкнемся с такими стихийными протестами в разных регионах, потому что мы видим, что происходит в экономике. Власть не способна решать проблемы людей. Потом, смотрите, какой закон бездарный принимается о реновации в Москве. То есть, по сути, это закон о том, чтобы забрать у вас собственность. У вас даже не будет возможности в суде оспорить выселение. То есть вы можете оспорить только равнозначность. А что такое равнозначность? Это неравноценность. То есть вам могут, у вас могут забрать квартиру на Арбате где-то и дать метр в метр на пролетарке. Вот и все. Это еще пролетарка будет, значит, неплохой вариант. Это еще неплохой вариант. Слышал ли ты, как вот вчера была такая новость, я не знаю, насколько фейк, не фейк, по поводу того, что на месте этих снесенных пятиэтажек могут построить деревянные бараки. То есть это таких, это прям вечером, ночью прошла такая новость, которая... Они не на этом месте будут строить, они хотят их строить для того, чтобы куда-то... Людей переселять. На этом месте будут, конечно, не деревянные бараки стоять, а какие-нибудь 17-этажные здания, либо торговый центр, либо что-то еще. Но нет ничего более постоянного, чем временные, как мы все знаем. И поэтому люди из пятиэтажек едут... Я думаю, что массового выселения и переселения не будет. Просто принимается закон о реновации в интересах строителей и лоббистов. Там, не знаю, из кооператива «Озеро» или каких-то других кооперативов. То есть они сносят, например, пятиэтажку, как там Дегтярев в эфире «Дождя» сказал, чертите круг, и все, что вот в радиусе там полукилометра, тоже будет сноситься. А дальше это все будет передаваться строителям. Даже если люди получат равнозначное жилье метр в метр, вот все, что вокруг, эта земля достанется лоббистам, строительным лоббистам мэрии. При этом мы тут провели свое исследование, выяснили, что очень мало людей и жители Москвы оформили собственность землю под домом. Например, у меня есть дом такой, на Полежаевской, там вот, когда еще Батурина хотелось снести, люди объединились и оформили землю в собственность. В принципе, наверное, нужно идти по этому пути и предлагать людям оформлять. Это не так дорого. Ну, это не так, а ты знаешь, не так что, просто. Нет, а подожди, на самом деле вот история с перемежеванием, история с оформлением земли, она действительно очень важна. Я ей тоже занималась в Москве. У меня есть ребята, мои знакомые, которые плотно занимаются это как на общественных началах, как волонтеры, помогают людям. Сейчас же в Москве постоянно эта тема возникает в разных районах, в основном в центральных. То есть сейчас земля под домом – это собственность, общая собственность этого жителей этого дома. Так же, как подъезд, так же, как лестничные только клетки. Ее надо оформить, надо вступить, ее надо оформить, да. И сейчас, так как исторически, с советских времен при домах были целые скверы приписаны, то есть вся эта территория относилась к дому, и именно жители решают, что там будет находиться, будет ли так шлагбаум для того, что там не парковались люди, там, не знаю, которые не живут в этом доме, будет ли там что-то еще сделано, и эта земля, то есть принадлежит жильцам этого дома. И они, более того, если дом разрушается, то это, если эта земля оформлена, то именно жители принимают решение, что будет конкретно стоять на этом доме, то есть они получают на этой земле, на этой земле. Но сейчас же власть в городе Москве, она делает следующее, она берет и делает незаконное перемежевание территории, то есть она берет и оформляет в собственность города все земельные участки, и получается, что если с советских времен можно посмотреть на эти градостроительные планы и карты, и там вся территория Москвы была приписана каким-то домам, и не было, то есть вся земля была разделена, не было пустых участков, то сейчас наоборот. При доме вот обычно оставляют там самый мизер по периметру земельки, а все остальное переписывают городу, и город потом... Таким образом возникают точные застройки в Москве, таким образом возникают вот какие-то другие истории, какие-то появляются платные парковки рядом с домом, которая парковка принадлежит жителям, а потом их заставляют там еще и парковаться и за плату. Я тебе скажу больше, администрация там районов, округов говорит людям, которые вот решились на это оформление, говорят,
Зачем вам это надо? Вы будете платить много налогов. Это очень плохо. Это неправда. Это очень неудобно. И всех пугают. Еще пугает другим, что если вы оформляете придомовую территорию в собственность, угу. то вопрос благоустройства – это теперь ваши проблемы. Да, то есть вот. Они вот хотя на самом деле это не так. Да. Поэтому вот мы сейчас хотим, во-первых, изучить все это юридически, чтобы было все правильно, и предложить людям инфраструктуру для того, чтобы они оформляли эту землю в собственность. И тогда уже будет сложнее их выселять. Я тебе могу сконтактировать Москва с людьми. Москва должна принадлежать жителям Москвы. Я могу тебя сконтактировать с людьми. Есть Дарья Пикалова, она мне помогала в свое время тоже как волонтер. Давай, вот это они будет как очень раз здорово. У них есть юристы, которые на общественных началах сейчас занимаются этой проблемой перемежевания. Они пытаются проинформировать людей о том, что есть такие проблемы, потому что многие люди просто не знают. Когда у них появляется какая-то точечная застройка во дворе, когда им там ставят какой-нибудь там, не знаю, ресторан, который шумит по ночам и прям закрывает свет в их окна, потому что появляется прямо вот перед их носом какое-то строение, они начинают что-то делать, пытаться выходить на пикеты, писать заявление, а делать что-то очень трудно, потому что формально уже поздно бороться, потому что формально уже мэрия имеет право что-то строить на этой земле, поэтому сейчас вот отдельные люди пытаются заранее рассказывать людям, что это очень важная история и что нужно сейчас контролировать вашу землю, которая сейчас относится к вам, которую вы можете зарегистрировать я для себя. Поэтому они, да, я могу тебя сконтактировать с этими людьми, это они очень здорово. Очень хорошо работают. Я бы хотел бы для наших зрителей добавить, что закон федеральный и касается не только Москвы. Конечно. То есть в Москве это все только начинается. Ничего не мешает властям других регионов этот же закон реализовать, там, не знаю, в Санкт-Петербурге, в Нижнем Новгороде, в Владимире и так далее. Поэтому будьте внимательны. И если у вас есть возможность сегодня уже заняться оформлением земли в собственность, начинайте это делать. А, Коль, да. меня просят в комментариях, тебя немножечко подвинуться вправо. Чуть-чуть. Потому что мы сидим плотненько, как селедочки в банке. Давайте. Ну, вот. Мы можем еще все вместе обняться, сделать селфи друг друга. Потому что мы же сами себя не видим. Это очень важно. Поближе к столу подвинулся. Это очень важно, обратная связь. Если что-то не так, говорите, кружка, Коль, у тебя что-то, она торчит, а в другую сторону. Пишите, повернем кружку в другую сторону. Никаких проблем. А, Дим, ты вот очень правильную вещь сказал, что ты рассчитываешь на нашу, ну, как бы, хорошо будет, если тебя фонд борьбы с коррупцией Алексей Навальный поддержит. Не меня, почему меня? Вашу команду поддержит не команду, на мэрских кандидатов, выборах. Это абсолютно независимые кандидаты. Не-не-не, я про мэрскую компанию. Про мэрскую компанию. Да, ну, то есть... для этого надо сначала быть зарегистрированным и пройти муниципальный фильтр, это на самом деле очень сложно. В Москве нужно получить подписи 110 депутатов в 110 районах. То есть нельзя получить, например, там, в центральном округе больше, чем в каком-нибудь другом районе. То есть все это распределяется по всем районам равномерно. Поэтому необходима кампания серьезная уже сейчас. Я думаю, что мы все заинтересованы в том, чтобы вот эти независимые кандидаты, замечательные кандидаты победили. И тогда начнутся перемены в Москве. Если они начнутся в Москве, они начнутся в России. Я с тобой согласна. Что касается мэрской компании, то сейчас объявил о том, что будет выдвигаться еще Клычков, молодой коммунист из Мосгордумы. И мне кажется, что вот лично моя позиция, что чем больше кандидатов, тем лучше, хороших и разных, потому что борьба же, на самом деле, она будет идти больше во втором туре. Конечно, то есть нужно сделать так, чтобы все независимые кандидаты, которые действительно готовы приходить на мэрский пост, а не становиться спойлерами, чтобы они участвовали, побеждали в первом оттягивали голоса у Собянина или у провластного кандидата в первом туре, и во втором туре уже то есть одержал победу. Потому что сейчас борьба будет за то, чтобы снизить голоса у кандидата от партии жуликов воров, от Единой России. Поэтому я, конечно, тебя обязательно поддержу. Я поддержу твой тезис. Чем больше активных кандидатов будет в первом туре, тем меньше процентов получит Собянин или не знаю, или кто пойдет вместо Собянина от Единой России. То есть, если коммунисты будут проводить тоже яркую кампанию, то доля голосов за кандидата от власти она будет ниже. Да. А иначе получится, как в 2013 году Алексей Навальный единственный, кто проводил яркую кампанию, а все остальные там получили по 10. Ну, были же и коммунисты, 9-7%. Были коммунисты, были партия Яблоко, но, к сожалению, коммунисты слабую кампанию провели. Да, они действительно все вели слабую кампанию, и заметно отличалась только кампания, которая была организована Алексеем Навальным. Это действительно факт, и это не из-за того, что я с ним работаю вместе, а просто, ну, так оно и было. Это видно по результатам голосования, когда он с большим отрывом от всех остальных кандидатов стал вторым на выборах мэра города Москвы. Если не было фальсификаций, если бы
не было бы вот этого постоянного прессинга его по телевизору, если бы не заводили на него уголовные дела и не фальсифицировали результаты голосования ровно в день голосования, то тогда бы, конечно, был бы второй тур, а результаты второго тура могли оказаться неожиданными. И сейчас, возможно, мы бы жили бы в другом городе с другими, с другой ситуацией. Мы в другой стране бы же, наверное, конечно, жили. Конечно. Дим, вот у меня вопросы спрашивают, и когда вчера тебя объявила, будет ли поддерживать Дмитрий Гудков Алексея Навального на выборах президента в 2018 году, потому что ты же знаешь, что сейчас Алексей Навальный идет избирательную кампанию, заявляет свои права и будет вести независимо от того, будет Кремль его пускать на выборы, не пускать, потому что сейчас очень важно создать общественное давление. Мне этот вопрос задавала и не только в эфире, но ты же знаешь мои обязательства перед партией «Яблоко», я подписал публичное соглашение о поддержке Явлинского. Я не могу нарушить соглашение, но при этом надо дождаться все равно регистрации. Я не уверен, что вообще зарегистрируют Навального или Явлинского. Но если Алексей проходит во второй тур, то, безусловно, дальше я абсолютно свободен от обязательств. Конечно, я его буду поддерживать во втором туре. Я тебя спрашивала... Я объясню, почему. Потому что если я с кем-то о чем-то договорился и подписал, публично объявил, это еще было до выборов в Государственную Думу, если я эти договоренности не соблюдаю и нарушаю, значит, я также могу потом, извините, кинуть любого другого. Я не хочу, чтобы у меня, во-первых, была такая репутация, во-вторых, я всегда соглашение выполняю и слово свое держу. Дима, ну извини за какой-то такой, может быть, сложный для тебя вопрос, но зачем ты вообще соглашение подписывал? Потому что... Мне кажется, и вот извини, конечно, это моя личная точка зрения, но вот я помню, как Явлинский участвовал в 96-м году на выборах. Мне тогда, я тогда ходила во второй класс, и в 18-м году будет время, когда уже моя дочка сможет, ну вот, вот-вот пойти в школу. И я помню, я понимаю, что Григорий Алексеевич Явлинский, при всем моем уважении к нему, я читала документы партии «Яблоко», их программу, их хартию, и я ее разделяю. То есть там написаны правильные вещи. Я уважаю Григория Алексеевича Явлинского, он говорит действительно правильные и важные вещи, я могу подписаться, наверное, под каждой фразой, которую он говорит в своих публичных выступлениях. Но при этом мне кажется, это очевидно, что человек, который баллотируется на пост президента с 96-го года, наверное, не имеет каких-то серьезных шансов одержать победу при Путине и сразиться с Путиным по-настоящему, потому что просто уже, во-первых, тенденция, и люди не верят, что он может уже победить, потому что если они знают, что он ходит уже с 96-го года на выборы и не может победить, а во-вторых, ну, действительно, есть запрос каких-то молодых политиков. Мне кажется, если честно, что у тебя гораздо больше шансов стать кандидатом президента и одержать победу, чем у самого Григория Алексеевича, поэтому мне кажется, эта история очень странная. Ну, это на самом деле не совсем так. Во-первых, он с 2000 года не участвовал в президентских выборах. Во-вторых, когда я подписывал соглашение, с человеком, к которому я хорошо отношусь, чьи политические взгляды мне понятны. Да, может быть, мало кто верит в то, что у Путина можно победить в 2018 году, но тем не менее, Явлинский уж точно на тот момент, мы знали, какие кандидаты собирались в президенты, на тот момент он был кандидатом, ну, в общем-то, человеком, которого я бы хотел видеть в кресле президента. Я знаю его взгляды, я понимаю, что он формировал коалицию и так далее. Вот. И более того, мы тогда решали вопрос формирования коалиции на базе «Яблока». Я оказался в федеральной десятке, и мы тогда делали все возможное, ты это прекрасно помнишь, мы встречались вот втроем в кафе и обсуждали, как сделать так, чтобы и Люба, и Николай были кандидатами от «Яблока», были разговоры о включении в список. Тогда решалась другая совершенно задача. Поэтому... Ну, смотри, в том-то и дело, что мы тогда, я помню, действительно обсуждали, входить в «Яблоко» или нет, и я как раз, меня в том числе остановила требования. Там было много пунктов «Яблоко», которые выдвигал своим кандидатом. Например, они выдвигали одно из требований, мне, я писала это публично, это ни для кого не секрет, никакая не инсайдерская информация, что нужно отказаться от поддержки «Открытой России», которую меня также хотела этого поддерживать на выборах. Этого мы пункт письменно убрали. Этого нет, этого письменного убрали пункта пункт. Нет, но мне говорили, что если вы идете от партии «Яблоко», то вы не можете рассчитывать на поддержку от «Открытой России», никаких связей с ними быть вообще не может. Я говорю не про материальную поддержку, а даже про информационную. И был пункт как раз о поддержке Григория Алексеевича Явлинского на выборах 2018 года, и этот пункт меня смутил и остановил. И поэтому мне очень странно, что был же Парнас, который, на самом деле, я как понимаю, вообще бегал за тобой и предлагал тебе выдвигаться не только в том районе, в котором ты выдвигался, но еще и предлагал тебе выдвигаться в центральном административном округе. У меня была задача пойти в округе в качестве единого кандидата при поддержке всех. Собственно говоря, мне удалось этот сценарий реализовать. Это первое.
Второе, что касается «Открытой России», я и в Линскому сказал, и в партии «Яблоко», что у меня хорошие отношения с Михаилом Борисовичем Ходорковским. Я дружу с его сыном. У меня в помощниках был Володя Карамурза. «Открытая Россия», например, меня уже, как и Алексеев, президент, и меня поддержала кандидатом в мэры. Мой бывший помощник Александр Соловьев сейчас возглавил, неожиданно для меня в том числе, «Открытую Россию». Поэтому здесь нет никаких условий по сотрудничеству с «Открытой Россией». Замечательно, что сейчас их нет. Но я думаю, что они были на выборах, да, в Государственной не Думе. Было, не было, не было. Не но было как тогда. Как ну, это так. Не было, Дим? Ну как это не а было? Потому я что этот пункт, в я том числе ходила... благодаря мне, этот пункт, ушел из соглашения. Я разговаривала его в партии «Яблоко» и ходила к ним, и я разговаривала, то есть не только с тобой же, я приходила в партию нет, «Яблоко» и разговаривала, по... и мне говорили, Люба, что Люба. Не может идти речь никакой связи. И тогда же Явлинский написал очень непонятно с чего взявшийся пост, обвиняя Ходорковского, и это было прямо перед самой Государственной Думой, то есть действительно был какой-то публичный конфликт, и было очень жесткое противостояние со стороны партии «Яблоко» в сторону «Открытой России», потому что Ходорковский как раз в тот же момент ровно высказывался, что мы готовы общаться со всеми буквально партиями, в том числе с партией «Яблоко», готовы с ними взаимодействовать в любом образе, там информационно, организационно и так далее. А от партии «Яблоко» пытаюсь, жестко говорила, что нет. Пытаюсь ответить тебе. Значит, по хронологии было так. Изначально действительно был конфликт. Первый проект соглашения содержал пункт «Не сотрудничать с «Открытой Россией». Мы на него не согласились. Мы этот пункт убрали и вполне себе сотрудничали. И сейчас нет никаких проблем, вот я в эфире говорю, я буду сотрудничать со всеми и с «Открытой Россией», надеюсь, с фондом по борьбе с коррупцией и так далее. То есть уже на выборах этого пункта не было. И никаких обязательств не было на эту тему. Ну, возможно, в сам день голосования не было, но не когда сам я день разговаривала с этой партией, в момент подписания соглашения. Ну, есть, вот откройте, на сайте «Яблоко» было это соглашение, нету там уже пункта с «Открытой Россией». Ну, есть, наверное, какие-то письменные документы, а есть какие-то устные договоренности, поэтому... Нет, ну, если его нету, действительно, я очень рада. Хорошо, если я бы они были, рада. Значит, я бы сейчас пытался рада. Вилять. Я же не пытаюсь вилять, я же говорю, буду работать. Нет, что на выборах вот. Мэра и на выборах президента, какие требования у партии «Яблоко» действительно не знаю, потому что я в этом вопросе сейчас не участвовала, но я просто говорила про ситуацию в Государственной Думе, потому что я была одним из человеков, который был в этой ситуации, и я же, ну, то есть, я говорю все как есть, поэтому простите, если я кого-то обижаю, но... просто в итоге соглашения этого пункта уже не было. Вот то, которое я подписал, там уже не было «Открытой России». Мы это можем сейчас посмотреть, открыв сайт партии «Яблоко». Что касается президентских выборов, я вообще предлагаю сейчас дождаться, во-первых, регистрации. Может быть, вообще никого не зарегистрируют. Будет там, не знаю, Путин, Миронов, Зюганов, Жириновский. И у нас будет вообще единая какая-то компания. А ты думаешь, там будет много спойлеров как раз? Я боюсь, что зарегистрируют и Навального, но там будет не только Явлинский, там будет еще много других кандидатов, и рано или поздно всем придется определиться. И сейчас для меня, почему я спрашиваю, действительно для меня важно, потому что я действительно радею за общее дело, я не хочу тебя как-то подколоть, но мне действительно очень важно, что ты очень влиятельный человек, у тебя большой статус, тебе прислушиваются очень влиятельные. Нет, действительно, тебе прислушиваются большое количество людей. Мы видим даже это по муниципальной кампании, что приходят. Они приходят, потому что они верят, что Гудков может организовать этот проект достойно. И поэтому мне очень важно получить твое мнение, потому что я как раз вижу, что если Григорий Явлинский будет кандидатом вместе с Алексеем Навальным, то Явлинский будет спойлером Навального, а не наоборот. Я считаю, что оба кандидата замечательные. И у Алексея должно быть такое право участвовать в президентской кампании. Дальше, мне кажется, аудитория Явлинского и Навального, они немножко разные. И чем больше людей приведет Навальный, Явлинский, я не знаю, и другие кандидаты, тем больше шансов на второй тур, как раз о чем ты говорила, когда мы обсуждали выборы мэра. Чем больше людей придет на выборы, тем доля голосов за Путина будет меньше. Шансы на второй тур повышаются. И при этом, если Алексей набирает хороший процент, занимает второе место, он выходит во второй тур. Ну, замечательно. И дальше уже все. Побеждает, все и мы живем прекрасно в стране будущего. Ура! Вот. Ну, то есть шансы на второй тур повышаются с увеличением количества кандидатов. Причем кандидатов, за которых придут голосовать. Неважно там, 2, 5, 7, 10%. Главное, что меньше голосов достанется Путину. Или, может быть, не Путин пойдет. Может, Собянин пойдет. Может, Собянин пойдет. Слухи такие ходят. Собянин сначала снесет все пятиэтажки, а потом пойдет на выборы президента. Слушай, раз ты говорил про... я знаю, что у тебя есть прекрасное образование, ты закончил в том числе дип-академию МИДа РФ. Другая дипломатия, когда я учился. Мне рассказывали про мягкую силу. Вот, я не понимаю вообще, как мы так за сколько... Я в 2003 году окончил.
Сколько у нас? 14 лет прошло. Да. За 14 лет все очень круто поменялось. Концепция поменялась. Анекдоте. Да. Но мне кажется, ты разбираешься в этой международной политике и геополитике, которая сейчас у нас, конечно, каждый диванный эксперт и тоже специалист, но ты действительно специалист в этом вопросе, поэтому я хотела тебя спросить, очень много новостей появляется, потому что сейчас происходит во Франции. До этого вся наша страна следила за выборами в США, сейчас переключились на Францию, и вот наши российские СМИ каждый день пишут, сколько там процентов, у кого, и что ты думаешь по этой ситуации, там кто победит, какие твои прогнозы, может быть, есть? Макрон, я думаю, победит. Хотя после выборов в Соединенных Штатах Америки я понимаю, что может быть все что угодно, будущее многовариантно, но какие главные выводы надо сделать? Первое. Франция не собирается выходить из Евросоюза, потому что экономически это невыгодно, и у нас самые большие инвестиции в Евросоюзе. По-моему, 5 триллионов долларов. Примерно так, да. Примерно на весь Евросоюз. Второе. Путин умудрился рассориться уже с фаворитом этих выборов, не дожидаясь их результатов. Угу. Путин и его вот эта бездарная дипломатия, потому что поддерживали они другого кандидата. Ну и третье, то что системные политики проиграли, они даже не попали во второй тур. То есть, значит, политика во Франции будет меняться. Ну, я думаю, не только во Франции. Я надеюсь, что она будет меняться в первую очередь в России. Это самое важное, потому что нам важно. Смотрите, по поводу Макрона. У нас сейчас много серьезных тем. Шоу, у нас программа-то утренняя, да. Я хочу, чтобы наши там, операторы вывели видео такое. То есть Макрон поучаствовал в одном таком флешмобе. Давай расскажу немножко про этот флешмоб. Да. Что-то там с бутылкой. Действительно с бутылкой. Он 4 дня назад выложил в своем твиттере, я увидела это через какой-то ретвит у себя в ленте, видео, как он бросает бутылку, участвует в флешмобе. Флешмоб запустил в 2016 году подросток Майкл Синатор. Он выложил в интернет вирусный ролик, снятый на шоу «Таланты в колледже». Тренироваться он начал годом ранее в кабинете химии, успешно освоил этот трюк, а сейчас по всему миру, в том числе очень влиятельные политики, которые Дмитрий Гудков просит в президенты Франции, участвуя в этом флешмобе. Достаточно забавная история. И знаешь, я вчера попросила своих коллег у ФБК потестировать этот случай, потому что мне казалось, что это совершенно нереально сделать, и на самом деле это достаточно легко. Нет, давайте давайте посмотрим сначала видео Макрона, оно прям совсем короткое. Давай. Как он включил, как он сделал это. Voilà. Красавчик. А теперь посмотрим видео. А теперь мы хотим включить такое производственное... Будем пробовать это дело? Конечно. Сейчас смотрите, сначала мы покажем видео. Производственная гимнастика ФБК. Как это происходит? Это было видео, как фонд борьбы с коррупцией пытается повторить трюк, который сейчас повторяют все известные политики и звезды шоу-бизнеса, и кто только нет в интернете. На самом деле, если вы думаете, что мы каждый день занимаемся этим в фонде, на самом деле не так, потому что я вчера бегала за всеми своими коллегами и говорила, что ну попробуйте, это действительно несложно, и потом только несколько человек согласилось. А у меня какой получилось... Какой несложно? Что ты... У меня с четвертого раза получилось. Ты монтировала, как будто ты с первого раза кинула, и все. Люба, это монтаж, знаешь, что такое... Я с четвертого раза, с четвертой попытки. Мы видели все наши попытки. Подкинуть, а потом крупный кадр, как бутылочка. Да, как будто она стоит так вот раз. Мы Люба! Ты очень серьезный политик, а не как все мы, поэтому мы тебя не будем просить кидать ее бутылку в прямом эфире, хотя комментарии такие есть. А сейчас... Мы придумаем какой-нибудь свой трюк потом. Давай я тебя спрошу комментарий какой-нибудь. Матрешку будем подкидывать. Это будет собираться. Прям сразу, рассыпь матрешек кидаешь. Миронов, Жириновский, Зюганов, Путин.
Слушай, какая плохая, вот они собирают. Подожди, а потом жидомасоны. И она летит в мусорку. Такой они, да. А потом жидомасоны, потом рептилоиды, а потом не знаю, кто это еще, наверное. Так. Гудков, читали ли вы вчера опубликованный доклад РБК о популизме? Что о нем думаете? Спрашивает Анна Михельсон. У нас в чате. РБК? О популизме? Да. Нет, не читал. Я, кстати, тоже пропустила. Ну, не знаю, какие вопросы. Так, пишет очень много вопросов, мне поменьше говорить, но, кстати говоря... Мне сказали смотреть в камеру, а я, оказывается, выполнял рекомендации телевизионщиков с федеральных каналов. Они мне всегда говорили, никогда не смотри в камеру. А вот мы потом, конечно, потому что не слушайте телевизионщиков, они тебя по-хорошему не научат. Все наши зрители там, все лучшие люди вот сейчас там, и мы говорим им. Да. Я много говорю, потому что, ребята, вы еще не знаете, а это правда. Со следующего понедельника я ухожу в долгожданный отпуск на 2 недели, и поэтому, видимо, у меня, наверное... На нервной почве, на нервной почве. Я сейчас прямо ждала, я ухожу в декретный отпуск. Нет, декретный я пока не ухожу. Я просто слышал то, что было, то, что происходило в студии до... Закрываем программу, прекращаем трансляцию. Все, пошел прахом. Нет, услышал, просто мне действительно было немножко плохо с утра. У меня, ну, как-то я, наверное, вымоталась, у меня немножко проблем со здоровьем. Я пошутила, что нет, я не беременна, просто я немножко заболеваю, поэтому... Все нормально, я выхожу в отпуск на 2 недели, сейчас я много говорю. Потерпите чуть-чуть, и со следующего понедельника много говорить будет уже кто-то другой в нашем эфире. Кто-то другой будет говорить. Дим, спасибо тебе большое, что пришли. Наверное, мы вышли за эфирное время, потому что с тобой, наверное, много можно чего обсудить. И, наверное, мы тебя обязательно будем еще просить. Извините, что не станцевал вам тверк. Будем обязательно просить тебя еще раз прийти к нам в студию. Было очень, мне кажется, содержательно и полезно поговорить на те вопросы, ответить, которые задают нам люди в чате прямой трансляции, в социальных сетях. Спасибо большое, что пришел. Удачи тебе со всеми твоими делами и с муниципальной компанией. Очень важно. И с мэрской компанией, да. Поэтому я действительно поддерживаю. И мне кажется, делаешь действительно очень важное и большое дело. Спасибо. Главное поддерживать наших кандидатов. Главное поддерживать всех независимых кандидатов, которые идут в Москве. Да. Это очень важно, потому что много-много независимых групп пойдут. Парнас, по-моему, организует тоже какую-то историю с муниципальными Много, то есть там многие партии, организации, движения делают свои сейчас школы, программы. Они все друг с другом взаимодействуют, как-то общаются. И это важно. То есть я знаю много людей, которые даже просто на... местном уровне в Москве. Мы опять перешли в московскую повестку, за что нас всегда все ругают. Ты же начальник московского штаба. Да, да, но это все ругают, говорят, что у вас одна Москва. У нас не одна Москва, но просто муниципальные здесь выборы в Москве. Получается, Николай, синергия, потому что когда идет политическая движуха, она помогает всем участникам. Например, когда была акция 26 марта, я, кстати, участвовал в этой акции, сразу это говорю. Это хорошо, да. Это правильно. Вот, то после этой акции к нам записалось счет 100. Вот. Вот, сразу, потому что, ну, видимо, как-то это все вдохновляет, да, и дает надежду, что перемены рано или поздно они состоятся, и я в это верю. Да. И, были много комментариев о том, что у вас, наверное, какие-то там терки с Гудковым. На самом деле, я с Димой знаком уже сто лет давно. Я когда Дима был депутатом Государственной Думы, я всегда знала, что если происходит какой-то вопрос, я всегда могу к нему обратиться. Он напишет заявление, напишет депутатский запрос по каким-то поводу. Он очень часто поддерживал нас. Спасибо тебе большое за это. Вам спасибо. Вот. Приходи еще в эфир. Теперь у нас в эфире России Александр Соловьев, между прочим, который писал депутатские запросы. Так что видите, у нас теперь очень много союзников. Замечательно. Я очень рада за Сашу, который действительно возглавил сейчас проект, стал председателем «Открытой России». Я очень рада, что он двигается вверх, что он не разочаровался, не сложил руки, а продолжает действовать. Потому что действительно будет какая-то синергия, если разные люди с разными даже с точками зрения на какие-то вопросы объединятся и будут действовать совместно для блага нашей прекрасной страны. У Любы невозможно.